И далее о других событиях в городе и области. Коротко. Накануне вечером двое неизвестных в масках по улице Гагарина стреляли в 24-летнего жителя Запорожья из травматического оружия и отобрали у него сумку, в которой, по словам владельца, было 350 тысяч гривен, сообщает сайт управления полиции в Запорожской области. Пострадавшего доставили в 5-ю городскую больницу с ранением нижней челюсти. Ведется поиск злоумышленников, им грозит тюремный срок до 15 лет. Сегодня утром в Запорожье на улице Северное шоссе в районе остановки Мартеновская загорелся трамвай. Звонок об этом происшествии поступил в ГСЧС в 10 утра, а уже через полчаса огонь удалось полностью ликвидировать. Причина возгорания – короткое замыкание в электросети. Пострадавших нет, сообщают спасатели. Из Запорожья в Бердянск можно будет добраться электричкой. Поезда начнут движение с 22 января. Об этом сообщили интернет-СМИ со ссылкой на начальника железнодорожного вокзала Бердянск Галину Долю. Проездной талон можно будет приобрести у проводника поезда. Ориентировочная стоимость проезда – 45 гривен. Поезда будут курсировать ежедневно.